Всем привет, с вами Прием. В текущий момент в Варкрафте не особо много контента, да и тот контент, что дан нам, уже завершен. По этой причине расслабляюсь в некоторых других играх Blizzard. Хардстоун, конечно, игра не особо расслабляющая, но все же. Накопив немножко голды, 2000, я купил 20 колодов ледяной короны и решил их вскрыть именно на видосике. В моих планах собрать Big Spell мага, по-моему, эта колода именно так называется, и на нее требуется что-то в районе 11 тысяч пыли. В ней присутствуют 4 легендарные карты, а именно Король Лич, Синдрагоса и Ледяной Лич Джайна, которые я постараюсь сейчас вытянуть. Может быть, у меня получится, ну а если нет, то тогда все эти труды месячные напрасно, потому что 2000 золота я копил около месяца, да, выполняя дейлики. Две редких карты, окей. Либо я просто получу очень много пыли. Но я думаю, паков через 5 должно уже что-то выпасть интересное. Ну давай же. Хочу еще. Эпическая, окей. Ну а легендарная карта где? Я хочу услышать этот звук. Золотая редкая, окей. На жреца. Паков остается все меньше и меньше. Два эпика. Золотая обычная, окей. У пингвина моделька классная. Мне нравится, он милый такой. Кто это? Шавка, собака. Это, конечно, не 11 тысяч пыли, которые требуются для колоды, но, по крайней мере, я приблизился к этому. Да. Одна легендарная карта. На 20 паков. М-м-м.
Я скажу, что мне не особо повезло. Может быть, даже я передумаю собирать такую сильную и пылезатратную колоду. Надо это обдумать. Потому что я надеялся на получение нужной легендарки, а не той легендарки, которую я, скорее всего, могу спокойно дизнуть. Хотя, по-моему, собака это зверь. Может быть, она используется в колоде охотника, и я найду ей применение, играя за охотника, а не за мага. Да. Это точно надо обдумать. А в текущий момент наслаждаемся Варкрафтом, ждем возможности копирования персонажей с живых серверов на бету. Ну и надеемся на качественный работающий контент в этот момент. Да и поскорее бы это уже сделалось, потому что тухнуть на живых серверах Варкрафта в преддверии нового аддона уже не особо интересно. Всех вам благ, счастья там, здоровья, чтобы все, что хотели, все получали. Да, и везения вам побольше. Ну и ума, конечно же. Куда же без этого? До скорого. Берегите ноги.